Хорошо, мы продолжаем концерт, не теряем время. Что за песня, которая сейчас прозвучит, чтобы мы были готовы и придумали свой саундтрек? О чем она? Да, песня с нового тоже альбома. Энергетически заряженная песня. Don't look back. То есть можно тару под приемник ставить, энергетически заряжать. Ну, относительно. Давайте. Going away. Don't go back when you're going away. Oh, babe, I'm okay. Loving is a wonderful thing. Living. Breaking the wind. Don't look back when you're going away. Don't look back when you're going away. Oh, baby, okay. Like a knife. Don't go back when you're going away. Don't look back when you're going away. Say goodbye and just go your own way. Don't look back when you're going away. Oh, baby, okay. Oh, sugar, I'm okay. Honey, I'm okay. Told you I'm okay. Oh, baby, okay. Don't look back when you're going away. Don't look back when you're going away. Just go your own way. Don't look back when you're going away. Oh, baby, okay. Инна Пиверс в студии программы «Что это хорошее». Ну круто, взбодрили прям. Спасибо. А слушателям все не имется, они все пытаются с кем-то сравнить. И, пожалуйста, нет, конечно, это не Бьорк, это Портисхед. Это здорово. Нет, а теперь вот эта песня, что прозвучала, пишет следующее. Теперь в стиле Навальный Вак. Нет, вернитесь к Портисхед. Вы знаете, это очень хорошо, вот Кирилл хочет сказать, что когда сравнивают с кем-то, тем более с такими уважаемыми группами, с исполнителями уважаемыми, это очень хорошо. Как говорил Геннадий Гладков, что если не сравнивают ни с кем, то вообще тогда... Ничего и нет, да, я правильно? Кирилл? Захаров. Единственное, Колу. Что Кирилл, как я Захаров? Очень слышно. Так Захаров говорил Гладкову, если музыка ни на что не похожа, она никому не нужна.